свобода и жирность. Вот такие вышли прям. Да иди ты. Очень по-пионерски. Так да, хочется ну, еще в этой уже. Болванке вас видеть, а не видно. То есть такое, ну, пионеры такие катаются. Пам-пам-пам-пам. Туда, сюда. Заложите ребра и телом туда тоже закладывайте. Как-то не цепляет пока. Макар, смотри на меня, когда катаешься. Ну вот, это уже немножко другое дело. Вот это уже поярче немного. Это пока не то, что мы хотим, конечно, видеть, но уже ярче. Позируют мальчики. Макарыч, а можешь поярче сначала выезд и потом уже сразу вот выход? Хорошо, сразу без пристрелок, сразу четверной, хорошо. Макар, Макар, я тебе даже не про... Посмотри, шаги, все, встал ты в позицию, я смотрю, у тебя начинаются плечи поднимать, значит, лишнее напряжение вот здесь есть, а нам не нужно напряжение, хлесткость, свобода. Просто вот здесь вот ты жим делаешь, а сам вот здесь спокойно. Вот держи, спокойно. И вот отсюда уже подтянулся. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Ты тулуп сделал, все, прекрасно. Чуть-чуть прям вот возьми и вот на земле немножко прямо колено. Прямо почувствую, как ты у тебя колено вот здесь поувереннее вперед. С правым коленом контролирую вот здесь вот себя. Немножко вот здесь вес тяжести уходит и вот такие нелепые вещи. Молодец! Ну что, сделано. Давай сейчас немножко паузу. Сальков возьми. Молодец, молодец, молодец. Сделано, сделано. Хорошо, хорошо, хорошо.
Само приземление. По чуть-чуть корпус, даже немножечко. Вот ты под каскад. Сразу открывайся немножко. Чуть-чуть подай корпус вперед. Здесь по уверенности. Поувереннее будешь чувствовать себя перед тулупом, перед вторым. Герна включила на льду, и я такой подъехал, типа, а что это? Мне нравится. Она такая довольно нетипичная для фигурного катания, как мне кажется, и что-то в ней мне понравилось, зацепило. Молодец, очень неплохо, по напору хорошо. Я все время к этой петле наружней придираюсь. Все время. Возьми попросту, войди в нее, чуть-чуть скорости поменьше возьми, потому что петля с огромной скоростью, поэтому ты ее проскакиваешь. Чуть-чуть загрузи ребра и немножко погасишь вот этой вот глубиной скорости общую погасишь и петельку поаккуратнее. Так здорово. Блюдо должно быть выглядеть и тарелочкой, и украшениями. Ну, главное, что вкусно было. Ну, вот ты понимаешь, в чем дело? Вот я готов с тобой прям очень сильно эту тему поспорить, потому что ты прав, в целом ты прав. Я могу сказать, что огромная армия людей также воспринимает подачу блюд и все остальное, сервировку и так далее. Вот, поэтому прислушайся. Да, у тебя вкусно, но вот не хватает, вот понимаешь, чтобы как в мишленовском ресторане подача. Подай. Хорошо, молодец. Все, пауза. Не, ну что, уступ, между прочим, здорово сделал. Так, все, с прыжками закончили. Там дорога сложная, да, немножко вот попривыкаем. А тебе какая дорожка полегче? А? Какая тебе дорожка полегче? Короткая или произвольная? Пока не понял. Тише. Вот. Да. Вот сейчас вот эта дуга классная была. Не, вот правда. Ты ее заложил и удержал, и мягко получилось. На самом деле я пытался не упасть. Вот. Ой, лучше, да? Немножко вот там, конечно, зажат кусок получился. Молодо. Тоже она просто понравилась мне по звучанию, и я честно, я даже не помню, кто именно поет, потому что там же этих версий куча, но мы выбирали из пары вариантов, она такая, не знаю, музыка имеет свой вес, да, какой-то для меня, и возможно она будет придавать силы в конце программы. Да это тебе кажется, у тебя еще сил миллион. Вот здесь, потише. Вот, потише. Чуть-чуть надо еще дать и чтобы хорошо вперед. Да, вот в этот момент смотрите.
раз. Просто бам, вперед, и пошел дальше два. То есть не надо, не упал. Ну все, хватит, его мучить, в принципе, он неплохо поработал. Все. Постарайся, вот ты когда делаешь аксель, постарайся вот это движение сделать, посмотри. Знаешь, когда вот так таз, смотри. Вот, прям вот именно с ноги, вот немножко туда, вот сюда, вот в круг. Еще сядь, Сань. Да. Никогда не зацикливайся и не суети. Усадим. Я не прошу, что все было забыл. Что? Ну что-то сказать было. Молодец, сказал. Немножко дергаешь верхом, оставь верх в покое. Вот именно вот здесь на ноге, прям дожми жопой, именно жопой быстрее. Я тебя прошу, нет, ты сейчас очень стараешься его скрутить. Его надо... своего движения докатить и поднять. Все, разок, все. Чувай! Передергиваешь плечами. По мне просто еще надо тазом быстрее. Это нормально, оставь. Офигенный, а? Ну, потому что, смотри, вот это очень хорошо, после тулупа ты пошел и вот сюда больше, до бортика, понимаешь? И тогда у тебя будет, я говорю, не дергать, а мозги достаточно. И вот это движение будет вот сюда больше. Блин, приз ужасный. Аксель сумасшедший, просто офигенный. И ты берешь, просто его скидываешь. Вот ты вылетел шикарно прям, просто шикарно вылетел. Ох. Расслабляйся. Да, может быть, даже эту руку, ее, может быть, расслабить надо, он прямо здесь замыкается, если честно. Знаешь, что мне не нравится вот в этом месте? Вот он делает да? И как бы как в стопор встает. А мне хочется, чтобы он отсюда выкатился. Включи еще раз, с дорожки. Да, мне надо хороший вы. Вот здесь не торопись. Ты сделал? Уйди, спокойно покатись. Вот можно мне спокойно просто?
понять точно, куда ты его вытащишь. Да, все, вот здесь пошел, да? Да. Да, попробуй по музыке. Чтобы тебе было прыгать удобно. Получается, он раз выкатил с ласточки и... Ага, один. Я тогда думаю, может, как раз вот эту штуку какую-то. Сделайте. Вот после до ласточки все прям му-му-му-му на сегодняшний день. А после ласточки полное говно, извините. Музыку этого показал уже на последнем старте прошедшего сезона, что решили чуть-чуть сменить направление. Как-то я ее сразу почувствовал, она очень нравится, и меня во время прокатов поднимает и заставляет идти вперед. И кайфовая программа. Сейчас основная задача – это по максимуму поменяться в плане презентабельности. Занимаемся с специалистами по танцам, убираем зажимы в теле определенные какие-то. То, что было раньше неудобно делать, сейчас делаем уже, чтобы оно стало более комфортным.
смотри, ты встаешь в позицию. Да? Нет, смотрю, у тебя что-то такая, мысли какие-то вот здесь. Смотри, встаем в позицию, так, сделаем перетяжки. И опять такие, помнишь, как в Луце мы делаем, да? То есть не виляй, а именно делали с тобой вот в этой позиции вращения. Я хочу в положении, ну, твизла такого, да? Вот. И войдем мы в нее вот здесь, смотри. В фазе внутреннего ребра войдем в твизлик. А общее направление как по кругу? Ну ты попробуй, я сейчас говорю, я тебя вообще трогать не буду. Я просто тебе задал, да? А ты сейчас роди свое. Не, я просто думал на эту тему, так дискутировал сам с собой. Ну? Говори как есть, не надо ничего скрывать. Подумал, что так себе. Идея? С внутренним ребром? Но я не про внутреннее ребро, если заметил. Я понял, про что. И я просто пересмотрел вообще свои тулупы и тулупы Нейтана. У него есть вот это вот... Я пока, может быть, я не научился просто правильно, грамотно этим пользоваться. У меня внутреннее ребро – это... Не. Короче, туда. Вот так. Я как думаю. Ну, я тоже смотрел. Я вот ставлю так. Все равно это как-то. В момент потяжки мы едем в том же самом направлении, что и потяжка. Не, поехали плохо. Плохо поехали. Вот туда. Вот это мне. Отсюда прыгни лучше. Фигня какая-то, да? Неудобно. Вот если мы поедем в тулупе вот так, туда. Ну говори. Ну, просто... Я готов тебя отпустить. Вообще готов. Вот, ну, мы как раз родили свой наш тулуп собственный, который был. Долгие годы его рожали, просто возобновляли его каждый раз. Да. А так подожди, ты зря. Да никакой нет! Да. Я тебе предложил, вот у тебя в гараже миллион инструментов, которыми ты с удовольствием как хобби презираешь, и взял вот это, использовал. А я тебе подарил кое-что еще, и ты иногда берешь с полки это, и у тебя есть специальный ключик, чтобы, не знаю, там, что-то сделать более быстро и так далее, комфортно. Вот о чем речь. Только об этом. Ну попробуй, да. Ты же не стоишь вот так, нет. Ты просто конечком чуть управляешь. Вот именно хвостик. Вот если заметил, смотри. Вот. То, что мне надо. Это, я же тебя не буду заставлять так прыгать, но я просто хочу, чтобы ты немножко коньком, ну немножко мог вот сюда чуть-чуть уйти. Вот и все. Это не будет каким-то глобальным, это первое. И во-вторых, я же тебя не буду заставлять каждый раз приходить тебе в твой гараж и говорить, ну-ка бери тот ключ. Хочет он тебя, пусть пылится на здоровье, я же тебя не заставляю. Это некий момент просто... Возьмешь, нет, и как бы... Мне вот знаешь, что нравится после перетяжки? Что у тебя... Вот, два. Да, только вот сюда не заваливайся, а чтобы ровно. Смотрел там, ну, в YouTube просто набрал свое видео, а мне выскочило, кто-то сделал такой монтаж общих всех тулупов. Твоих? За этот сезон. А, вообще всех? За этот сезон, вообще с каждого старта. И четко проанализировал, есть момент, действительно, когда я ставлю удачные тулупы, в них присутствует вот после поворота, не сразу на наружное ребро, да, уходит, а есть ран. Да, да, мне важно чуть-чуть контраст получить. Контраст радиусов вот эти, контраст. Понимаешь? А не постепенная дуга. Да, я...
Димка, ну правда, я вот абсолютно верю вот в это дело. Пускай, возьми, пускай чуть-чуть отсюда, но с этой мыслью. Мне вообще нравится вот прямо вот логичный подъем, логичная, удобная позиция. Ольга Герна, у нас Дмитрий Сергеевич готов к работе. Программа лирическая, программа такая тяжелая. Мне хочется вложить в эту программу очень много своей внутренней части. Для меня эта музыка еще интересна тем, что Денис Стэн связан с ней. Вот. И история, которая поется в мелодии, тоже немножко схожа, как бы разговор. Поэтому хочется выложить все свои эмоции и пережить эту программу на льду вот прям от и до. Когда провожали Дениса, концерт в честь Дениса, и услышал эту мелодию, Димаш ее спел фантастически, просто увидел в интернете это, сам прожил просто в те минуты какие-то колоссальные эмоции. Мне очень сильно зацепило, и я еще где-то в интервью у Дениса прочитал, что он бы очень хотел кататься под Димаш. И как раз он катался под эту мелодию. Меня она просто зацепила, а дальше появилась история о том, что это можно как-то все вместе сочетать. Не спеши. Та-та, точка. Та-та-та-та, поворот. Да. Надо делать. Что? Да, да. По форме все очень, прям очень нравится. У меня просто просьба, можно вначале не делать множество остановок? Вот он, остановка. Опять остановка. Но это не остановка, это в движении. Чтобы у него было уже вот на динамика пошла. То он здесь остановился. Вот мне этого бы хочется поменьше. Это не остановка. Хорошо, окей. Это остановка, но она проходящая. Ну, это остановка. Но ты не останавливаешься, подъезжай и укатываешься. По фактам. Но она проходящая, как бы, такая. Я просто ни за кого, я просто констатирую эту остановку. Смотри. Там, да, он уезжает. Ну хорошо, ладно. Нет, просто. Ну давайте, давайте. Чуть-чуть еще знаешь, что выпусти его здесь в кисти, да? Ты ее сначала сжал для того, чтобы последним движением отпустить. На петлю? А ты уе... Ты так хочешь? А ты не хочешь подвести правую ногу за левую, а потом толкнуться? Я на правой ноге стою. Ну и что, ты можешь переехать, упираясь на зубчик. Что ты мне говоришь-то сейчас? Ну, встань, сделай еще раз. Либо больше вкатить в левую тогда, если ты... Ну, делай, как сейчас удобно. Делай прям, может быть, и не делай. Сделай сейчас, как удобно. Видишь, даже когда ты едешь, как раз оправдана вот эта голова еще оправдана, и мягко входишь. Только доиграй, ладно? Взглядом доиграй, когда отпускаешь обратно.
Да, хорошо сейчас. И уезжаем. Первые движения вообще вот как раз-таки очень важны тем, что ты задаешь в самом начале историю, то, о чем будет программа, о чем ты будешь катать. Поэтому была такая дискуссия. Кто-то там об одном, я говорил, что ну, идите на лед, пробуйте сами это сделать там и так далее, что это некомфортно. Это нормально, и в этом и есть весь класс этого процесса, потому что тренеры не боятся говорить правду, что сделай так, это красиво выглядит. Я не боюсь говорить о том, что ну, это некомфортно мне. Одна рука, не надо здесь две. Одной рукой надо. Дима, и вот эта рука, ты отставанием должен и потом в нее войти. Помнишь? Немножечко ощущение сразу, что прямая рука, и ты почти сразу ладошку к ладошку. А с отставанием потом по руке дотянулся и потом уже себя накрыл. Ну вот эти нюансы все, они прям важны. Нет, мне то, что мне нравится, не обсуждается. Я имею в виду, что вот любые такие дополнения, да, вот отставание руки, оно сразу глубину придает движению. Я понимаю. То есть когда вот просто раз-два, как бы вроде как, да, понятно, да, есть хореография, прямо есть все здорово. Но туда. Когда вот эти все нюансы, рука ушла, да, потом достали, потом это все, сразу глубина в движении появляется. У тебя вот эта вот длинная дуга, она была уже практически вот там на синей линии, уже поворачивала. А открывание вот это делало уже сюда на ход вперед почти. Не, вот там же и делал, вот так, в том направлении. Тебе просто надо 100 раз отработать, он потом поймет еще. Ну так в зале, вперед. Да в зале-то все неплохо получается. Ну значит, вы уходите, мне нравится, когда вы... Хорошо. Я просто говорю фразу, что надо просто это все отработать. У нас еще нет захода. Мне нравится, когда вот просто вы как-то тихонечко уходите куда-то в уголочек, вроде там стоите, трете, что-то ругаете, потом раз, и рождается какой-то микроэлементик, микроэшедеврик. Я поняла, спасибо. Сейчас мы вот с этими дискуссиями хотим прийти к какому-то одному общему вердикту, потому что немножко сейчас... Так было всегда на самом деле. У меня, у Ольги Германовны, она свои идеи дает, я ей свои идеи даю. И вот мы пересекаемся, и потом происходит борьба, и находим что-то одно общее. Пусть она будет через ругань, через ссоры, там, через еще что-то, эмоции, но зато картинка на выходе, мне кажется, получится хорошей. Классно, правда. Только знаешь что, когда еще делаешь вот этот носкообед, чуть подлиннее здесь руки, а вот здесь не держи вот такую ручку. Постарайся ее сразу за голову убрать, вот сюда, чтобы мы не видели кисть. Да. Ну раз, она уже там. И чем больше она пойдет вниз с корпусом, тем шире будет движение. Молодец. Вот в эту сторону лучше, Дим. Не сюда, да, а сразу туда, налево. Налево сразу. Молодец. Так и ты сейчас опять пошел за рукой. Вот первый всплеск все равно должен быть с головой наверх, а потом стекай вниз головой. Потому что сейчас ты сделал акцент сразу вниз, а там более сильный вот этот
голос, правда. Он вызов поднимает наверх. Тебе точно не сделать направо, а потом налево? Назад. Блин. Как в подъезд лез. И еще назад. Вот будет здорово, правда. Ты начинаешь сюда, а потом сразу продолжай наверх. Получится и наверх, и направо. И видно тебя хорошо. Ну а реально между четверными это сделать? А? Между вторым, третьим, четверным? Да? Ну мне нравится. Теперь я уже ее не отдам. Евгений Владимирович сомневается в этих руках немножко. На петле вначале. Так мы же убрали эти руки. Да. Мы убрали эти руки. Да, да, да. Я и говорю, мне как-то вот почему-то бросалось как-то. А я поэтому не закручивала. Левое плечо не уходило вот сюда. Да, да, да. Вот совершенно другое движение. Оно свободное такое. А вот этой рукой, как я это двигаю. Тут как-то глазам было как-то тяжело. Протирай стекло. Смотри, как ты. Как облака снимает, смотреть вниз. Облака. Ну, он же как бы с птичьего полета смотрит на землю. С высоты птичьего полета. Ага, я защищена. Мне понравилось. Он практически не сопротивляется. Так нет, я хочу сказать, что много сделал. Я сейчас вот правда, я прямо смотрю вот эти вот кусочки, я прям балдею. Мне тяжело, когда мы в номере сидели неделю. Да как бы по работе нет, все планово, нормально. А к этой неделе сидишь там через балкон, переглядываешься, перестукиваешься. Вот, ну, это было тяжело, когда нет минимум свободы. Для меня первая ледовая тренировка случилась в Кисловодске. Так вот, удивили они нас тем, что они были настолько заряжены именно на эту тренировку, показав нам, что для нас не влияет, сколько мы отдыхали. Они вышли и практически на первой тренировке показали нам свой уровень, включая четверные прыжки. Мы даже вначале понимали, что, наверное, это... Не, мы понимаем, что это плохо, но им хотелось, мы их не остановили. Я доволен, безусловно, сделанной работой. Самый сложный нюанс заключался в том, что рвение спортсменов нужно было, с одной стороны, поощрять, а с другой стороны, нужно было действовать аккуратно. Ну, это началось лет 20-25 назад. Это... Наша дружба же сложилась не потому, что сейчас Дима и Саша сам соперники. А мы же сложились еще с того поколения, которых этих детей там, у меня там Лилия Бектагирова была. Никто уже, да. Женя, которые уже взрослые люди, там у них уже семьи и так далее. Мы же об этом не думали. Это просто наша дружба. Вот так она росла, и вот получилось, что еще и ребята вместе соревнуются. Это все не специально. Наш посыл, наша идея привилась и к спортсменам. Они четко знают, что здесь, на льду, в момент тренировок, нужно, безусловно, да, это каждая из них личность, и они работают исключительно не друг на друга, а сами на себя. Но в момент тренировок они являются одной командой. Ну, то есть, если ты изначально это принял... Дружим. Я дерусь просто потому, что я дерусь, как говорил Портос. Thank you.
знаю, мне кажется, это уже какой-то более новый уровень. Нет вот этого... На льду понятно, что мы грыземся, да, немножко такими... бываем волками, но в жизни все равно действительно так, приходим и иногда спрашиваем, блин, ну как здесь там подтянуться, подтяжку сделать. Действительно есть обмен, потому что в жизни мы очень хорошие друзья, это факт. И отсюда, наверное, идет такой общеприятная атмосфера, которая нас держит. Это борьба. Сашка, Макар, я, да, одни из таких, кто там крутится в этой воронке. Для меня это круто. Круто, что есть всегда подъем, и никто не дает расслабиться. Вы вместе в работе, вместе восстанавливаетесь, набираете форму, друг на друга смотрите, тянетесь, подтягиваетесь. Получаешь удовольствие от каждого дня и понимаешь, что же завтра ты уедешь, и с ребятами, понятное дело, увидишься, но когда? У нас индивидуальный вид спорта, да, и все зависит от самого себя. То есть тебе никто не может как-то специально помешать или еще как. Поэтому, мне кажется, вот в фигурном катании такая дружба абсолютно возможна. Мы в жизни очень классно, хорошо общаемся. И понятно, что на соревнованиях там, в момент старта уже там, не будем как-то... Каждый сам по себе немножко, да, становится. Но после старта обязательно соберемся, там, поговорим о соревнованиях. Да, если кто-то выиграл что-то, мы поздравим. Потому что надо уметь радоваться за других. Сонный, вежливый, отважный. В нужный момент, в нужное время он умеет собираться, и он становится таким отважным парнишкой. Пока еще. Сейчас скажу еще, какой он. Заботливый друг и уважающий свое дело. Они разные с Димой. Люди по характеру и прочему. У него я могу выделить такую черту какого-то спокойно открытого человека. То есть он эмоциональный, да, но все равно в нем чувствуется какая-то такая какое-то спокойствие. Саша любит пошутить, не всегда удачно, но всегда искренне, как-то так, по-доброму. Он добрый очень, вот, и ответственный в какой-то степени. И, наверное, он просто сильный человек. Смелый. Сильный мужичок. Грамотный. Про дружбу тоже могу сказать, то, что верный. И хороший друг. В пяти словах это просто не описать. Человек, который уже долгое время со мной по жизни идет, и в котором я уверен. У него крепкое плечо, на которое он может подставить в любой момент, и я знаю то, что я точно так же в ответ ему. Разный, харизматичный, творческий, иногда меланхоличный и добрый. Трудно сказать каких-то мыслей свои, потому что сам ничего не понимаешь. Но ты знаешь, что у тебя сейчас задача просто восстановиться. Может, для спортсмена такой перерыв — это, хоть я и на опыте, как бы, но все равно тяжело. Я больше оптимист, наверное, поэтому я и на карантине не особо загонялся. Вот этого там, выйду, что будет, как будет. То есть я, в принципе, знал, что все будет нормально. И поэтому я вот тоже так. Ну, дай бог сложится. Я считаю, и у меня вот в моих мыслях, это ни в коем случае нельзя вот думать о том, что вот будет он, не будет. Я, например, настраиваю себя просто на то, что он будет. Даже если его не будет, я буду тренироваться. Почему? Потому что, ну, это уже наша жизнь. И вот недавно я смотрел интервью Хабиба Нурмагомедова тоже для Первого канала. И он сказал там, что он никогда не бросает тренировки, потому что в любой момент он должен быть в форме. Кто-то ему завтра сделает вызов, кто-то ему послезавтра сделает вызов. И также у нас неизвестно, может быть будет, а может быть не будет. Поэтому нужно быть в хорошей всегда форме и готовым.